Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырма замандаштар. КТРК спорт телеканалында Арена телебирүүсү өз эфирлерин баштайт. Бүгүн дагы мына ушул салтка айланып калгандай кызыктуу маекти бир саат алкагында сиздер менен чогуу өткөрөбүз. Андыктан КТРК спорт телеканалы менен бирге калыңыздар. Ал эми кызыктырган суроолорду болсо 65 66 39 номерларына байланышка чыгып узатсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү конокторубуз менен сиздер менен чечетинен тааныштырып өтөлү. Анда бүгүн бизде конокто мына ушул тайбокс спортунун өкүлдөрү келип отурушкан чак, анда четинен бүгүнкү конокторду тааныштыралы. Анда Кыргыз Республикасынын тайбокс федерациясынын президенти Елена Аркадьевна Шевченко, саламатсызбы, кош келдиңиз. Андан сырткары дүйнө чемпионатынын күмүш медалынын ээси Мирбек Саркалмаков, Бекжан Матысаев, Тайландда өткөн кум үстүндө Азия оюндарынын коло медалынын ээси, жана ошондой эле менин жанымда отурган ушул Тайландда өткөн кум үстүндө Азия оюндарынын коло медалынын ээси 2014 жылы Мирбек Качкынбаевтер. Саламатсыздарбы алгач? Жакшы маанайда келип алдыңыздар. Алгачкы эле мына ушул Елена Аркадьевна сизден сурайын. Кандай жаңылыктар бар мына ушул федерациянын алкагында, ушул спорттун алкагында Кыргызстанда? Ну, вы знаете, как бы наша федерация – это, в общем-то, организация, которая существует с 2004 года официально. У нас проводятся чемпионаты Кыргызстана. Вот в этом году у нас будет уже 12-й открытый чемпионат Кыргызстана. За это время мы подготовили очень приличное количество мастеров спорта международного класса. Это вот не все. У нас еще есть такие мастера спорта международного класса, как наша Валентина Шевченко, все знают, Антонина Шевченко, все знают, Рафаэль Физиев, это тоже наш спортсмен. И, в общем, мастеров спорта, ну, порядка, я думаю, 20 человек. И кандидатов в мастера спорта, ну, я думаю, к сотне подходит. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул, ошол сиз айтып өткөн Валентина Шевченко, Антонина Шевченко, жана башка бир катар спортчулар дагы ушул жакшы ийгиликтерди багындырып келет. Келишүүдө да анан мындан сырткары бүгүнкү күндө дагы кандай турнирлер өткөрүлдү мына? Ну, вы знаете, вот мы сейчас готовимся к чемпионату мира, он пройдет в Минске. Этот чемпионат мира является, он пройдет в мае, он является отборочным, лицензионным на всемирные игры, которые пройдут в Таджикистане. Всемирные игры пройдут под эгидой Олимпийского комитета в сентябре месяце. Жакшы экен. Анда сөз түрдө бул жакта келген конокторго да сөз берели. Алгач эле мына ушул Мирбек мырза сизден болсун. Мына өзүңүз тууралуу айтып бериңиз, кайдан болосуз, анан ушул спортко кантип келип калдыңыз, кененирээк. Мен Көл областынын улам, Титп району, Санташ айылдык мектебинин улам. Бул спортко после армиядан келип калдым. Армиядан келгенден кийин квартира биякта иштеп, анан дос балдар, ушу Нооруз деген иним бар эле, ошого алып келип калып, Мирбек бул жанындагы досум ушу чакырып келип калып, анан ошол аркылуу тайбокска катышып калган. Буга чейин башка спорт менен машыгып келген? Бул боюнча спорт, башка спортко машыгып көргөн эмес, просто футбол ойночумун айылдан сборный эмедечи, айыл өкмөттө ошол жакта ойноп эле тренировка кылып жүрчү. Жакшы экен. Ал эми эң жогорку мына ушул тепкичтерге чейин жетип, мына дүйнө чемпионаттарына да барып келдиңиз, ошол эле мына күмүш медалдын ээси атандыңыз Швецияда өткөн чемпионатта. Мына ушуга чейинки турнирлер, кандай турнирлерди багындырдыңыз мындан сырткары мына ушул тууралуу? Буга чейин негизи тренировка кылып Бишкек, город Бишкекти уттум, Кыргызстанды уттум эки жолку. Анан эми 2012 Иранда турнирге, Азияга, ошого даярданып аяктан утуп келип, үч күмүш, эми бронза призер болдум. Ошо жактан ошо утуп келип, андан кийин ошо 2012 эмеге бардым, кайра эле Белоруссияга. Белоруссияга да эмеге, тиги Санкт-Петербургка барып аяктан ошо эми аяк пачкам берип койду. Ошо ошентип ушундай болуп калды. Жакшы. Алдыда пландар тууралуу жана ушул тайбокстогу эрежелер тууралуу кененирээк дагы алдыда сөз кылабыз. Ага чейин мына ушул Бекжан мырза айтсаңыз, өзүңүз тууралуу бир аз айтсаңыз, качан бул спортко келип калдыңыз, эмне себептен бул спорттун түрүн тандап алдыңыз? Анткени баягы жаракат спорттордун катарында толуктайт деп айтышат. Рахмат. Биринчиден бул өзүм кичинекей кезимден эле өзүмдүн үйдүн чоң баласы болгондон себебинен ата энем эми ыйлап келчим, балдар урушчу көчөдө, анан спортко берейин деп ошо аталарым түрткү болгон, дос балдарым биринчи негизинен тайкондо болчу, кичине машыккам, андан кийин карате болду, кичине машыктым, андан кийин уже тайский бокска өтүп кеттим. Анткени тайский бокста эми бүт
бүт нәрсе бар да. Күрөш десең күрөшүп кетесиң, мусташ десең мусташасың. Эми бул жаракат дегенде билбейм, Кудай сактасын, эми бир жерим бирден кооп сынган деле жок. Бул эч жерим эчтеке болгон жок. Жакшы экен. Эми Мирбек Бурза, сиз менен таанышалы, сиз кандай келдиңиз бул спортко? Бул спортко өзүмдү тааныштырып кетейин. Өскөн областынын Өскөн районунун Чокталы айынан болом. Бул спортко негизи Лена Арканевна, Валентина Шевченко, Валентина Антонина Шевченко, Паша Федотов, ушулар биздин айылга сбор өтүп, биз кичинекей кезде сбор кылышы, тайквондо болчу. Башында анда биз кичинекей болчубуз. Ал убакта биз көл жээкте тренировать этип, ушундай неме болуп аткан биз кызыкчубуз да. Анан Елена Арканинаны көрүп, ошол жактан аябай кызыкчубуз. Балдар бар, дос балдар бар, карап биз да машыкчылык депчи. Анан кийин биз нагай бизди тайквондо менен машыктырып калды, бияка келип калдык ошол тайквондо менен. Андан кийин ошо тайбокска, ошол тайквондо аркылуу ошо тайбокска келдик. Ленар Канина бияктан да Бишкектен сборный командага кошулуп, Ленар Канина дайындай баштады. Бияктан чемпионаттарга көп-көп чемпионаттарга бара баштадык. Ушул тайбокстун эмеси менен көп жерлерди көрдүк спорт менен. Жакшы бурса. Жакшы экен. Алдыда дагы бул тууралуу сөз кылабыз. Анан Лена Аркадьевна, айтсаңыз, мына ушул негизи эле тайбоксу 70-нчи жылдардан кийин ошол эле Европада, дүйнөдө жакшы бир өзүнүн өнүгүү жолуна түштү да. Анан Кыргызстанда качан өнүгүп баштады бул? Мындай жакшы. В Кыргызстане мы начали развиваться где-то с 99-го года. И в 2003 году мы уже поехали первый раз на чемпионат мира. Он проходил в Алматы. И мы оттуда привезли 2 золотые медали и 1 серебряную медаль. 4 человека поехало. И, в общем-то, по Божьей милости мы как бы выступили очень удачно. Получается, у нас тогда поехала Валентина, Антонина, Эмиль Тактагонов и Юлия Борисова. И, в общем-то, в этот год был для нас как бы стартовый. Мы приехали, сразу юридически оформили нашу организацию. Угу. И в дальнейшем мы как бы плодотворно работали, развивая тайский бокс в Кыргызстане. Вот каждый год мы стараемся как можно больше детей вовлечь в этот вид спорта, потому что он очень интересный и зрелищный. Алеми, Кыргызстанда өнүгү этаптары, өнүгү жолу кандай бүгүнкү күндө тайбоксун? Ну, вы знаете, как бы на какие-то определенные этапы сложно разделить, потому что вот каждый год мы стараемся развиваться, и идет, в общем, наше развитие поступательно. Потому что, когда мы начинали, вот Мирбек сказал, что это было практически, как бы, с тхэквондо мы начали, и в дальнейшем, как бы, мы, ну, подходили к тайскому боксу все ближе и ближе. Ну, могу сказать только одно, что не с единственного чемпионата мира, да, вот практически, за редким исключением, мы без медали не приезжаем. Потому что, вот, допустим, каждый вот из спортсменов, который здесь сидит, да, они вот реально уникальные. Потому что вот просто вот мы видим, да, как они стараются, как они борются за эти медали. Вот тот же Мирбек Сарткалмаков, да, тот же Мирбек Качкенбаев, тот же Бигджан Матысаев. На каждый чемпионат мира у нас, вот вы знаете, вот реально война. Потому что в нашей федерации, вот в международной, состоит более 100 национальных федераций. И естественно, что для чемпионата мира отбираются лучшие спортсмены. И все эти спортсмены, вот, допустим, у нас каждая весовая категория не меньше 36 спортсменов. И каждый из них хочет стать первым. Поэтому, допустим, какой ценой они завоевывают эти медали, ну, это, конечно, надо видеть. Мы, кстати, все бои выкладываем в интернет, можете посмотреть. Жакшы экен. Мындан сырткары, бүгүнкү күндө баягы Кыргызстандын эл аралык деңгээлде Валентина Шевченконун ийгилиги аябай бизге кубандырарлык бир маалымат да. Анан Валентинаны баягы угармандарга, көрөрмандарга бир аз айта кетсеңиз, мына бүгүнкү күндө кайсы жерде машыгып атат, жана канчадан баштап мына ушул спортко келген? Ну, вы знаете, вот начинала она, как все мы. У нас была секция, спортклуб «Муай-Тай» это называлось. Она находилась в парке Фучика. И, в общем, Валентина Шевченко, Антонина Шевченко, Павел Федотов. Мы начинали оттуда. Вот, вот Бигджан Матысаев тоже, он с этого спортклуба. А Мирбек Сарткалмаков и Мирбек Качинбаев, они представляют Иссык-Кульскую федерацию у нас.
И, в общем-то, начинали в этом клубе в 2003 году, это был бетонный пол. Вот. Ну, постепенно мы развивались, у нас были другие клубы, сейчас вот у нас есть по всему городу, по всей республике, очень много тренеров наших. Ну, что касается Антонины и Валентины Шевченко, то ну, в данное время они находятся в Америке. Угу. Потому что Валентина выступает по UFC, и у нее как бы очень много деятельности, вот, которой она должна участвовать. И, допустим, чтобы она уехала и надолго оставила эту деятельность, не получается. Потому что вот недавно они выложили ролик, где какая-то фотосессия была ретро. Вот, это тоже было как бы организовано именно оттуда. Угу. То есть уехать невозможно. Антонина является у нас действующей чемпионкой Lion Fight Promotion, поэтому как бы, ну, пока там. Но мы надеемся, что они вот все-таки приедут, потому что последний раз они были в 2011 году, да, у нас? 2011. Мы проводили совместные сборы, Павел сам тренировал, он является нашим главным тренером. Угу. У нас всех спрашивают, как это ваш главный тренер тренирует, не находясь в Кыргызстане. Мы говорим очень просто, по скайпу. Мы отсылаем бои каждого спортсмена, он смотрит и дает на каждого отдельную программу. И нам остается только эту программу реализовать. Ушел учурдан пайдаланып тагы сурагым келип атат. Мына ушул бүгүнкү күндө аябай эле күтүп калдык Валентинанын мына ушул UFC-деги мына ушул беттештерин. Анан эң негизги беттеш бул баардыгыбыз эле күткөн нерсе, бул UFC-нин чемпиону качан болот деп күтүп атабыз да. Анан ошол эле ошол Аманда Нунес менен качан беттешке чыгат? Ушул сыяктуу бир маалыматтар барбы силерде? Знаете, этот вопрос является настолько интересным, да, что мы вот как бы затрудняемся. Дело в том, что как бы Валентина, она, несмотря на то, что она самая маленькая в UFC, да, но она является очень нежелательным соперником. Допустим, с той же Джулианой Пенней, да, были очень сложные у них переговоры, потому что, допустим, 3 раза присылался контракт, Валентина подписывала, Джулиана Пенья нет. И сейчас эта же история происходит с Амандой Нунес. То есть она, Аманда Нунес, не хочет. Валентина, она согласна, она говорит, пожалуйста, в любой момент. Аманда Нунес говорит, у меня там нога болит, еще что-то болит, я не могу сейчас. Унашындай. Кадырман замандаштар, 65-66-39 номерларына кызыктырган суроолорду берсеңиздер болот. Бүгүн биздин куттуу студиябызда мына ушул тайбокстун спортчулары, өкүлдөрү келип отурушканчагы бардык суроолорду кабыл алабыз. Ал эми шаарыбыздын коду 0312. Мындан сырткары социалдык тармактардан да бизди издеп тапсаңыздар болот. Facebook баракчасынан КТРК Спорт деп мына ушул жактарга да суроолорду жиберсеңиз болот экен. Анан спортчулардан сурагым келип атат да, мына ушул тайбокс спорту эмнеси менен өзгөчөлөнөт анан башка спорттордон? Мәселен, каратэ, ошол эле тайквондо, бокс. Эмне үчүн силерди бул спорт кызыктырды? Сизден баштайбыз. Спорт болсо кызыктыр, эмне десем, бул клинч, күрөштө. Анан биринчи очередь зат себеп бутта кармап, анан болсо локти, чыканактар менен тепкенге аябай жакшы да, эффективный кичине мындай. Кандай десем, уличный десем, мындай десем болот. Анан аябай жакшы спорт, мага жагат аябай. Мен өзүм ушул спорт тандап алганда аябай жагат. Сиздин оюңузча мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Спорт ушул тайбокс. Өзгөчөлүгү бул жанагы эле айтып кеткендей UFC-де дагы көп боецтер тайский бокс менен машыгат да, эми көп айтпайм эми баардыгы деп, бирок көбү. Тайский бокс мен биринчи келгенде мен түшүнгөн эмесмин, катышып көрөм, тигинде мындай дегем, анан бир аз түшүнгөндөн кийин эми мектепте окуп жүргөндө балдар менен урушуп кетип, неме болуп, анан мушташа кеткенде өзүңө өзүңө ишенимдүү болосуң да. Тоже күрөш дегенде күрөшү да бар, кол десе колу бар. А кикбокста бул кол бут эле, ал күрөш жок. Мисалы үчүн тоже каратэде ал күрөш жок да. А тайский бокста бул күрөшүп да кете бересиң да. Бул 8 буттуу спорт да бул негизинен. Ташкент. Мирек мырза, айтсаңыз, сизди эмнеге кызыктырды бул спорттун түрү? Эмнеге футболго барган жоксуң, эмнеге бокска барган жоксуң, башка спортко барган жоксуң? Бул спорт эң негизи башынан алгачкы тайквондодон баштаганбыз, анан ошол машыгып келип, андан кийин ошо тайбокс менен кеттик. Ошол бул жакын ближний дистанция десем болот. Ближний дистанциядан да чыккан ак тизе менен урасың, анткени бул спорт жакшы да. Анткени кикбокс, тайквондо, каратэде алыс дистанцияга мамышасың. Мында балдар айтып кеткендей күрөшөсүң, датте баласың, күрөшү дагы бар да.
8 буту спорт десем. Ошол дейин да. Жакшы. Ал эми мына ушул эрежелери тууралуу сурагым келет атта. Негизги кандай эрежелери, ыкмалары бар бул жакта? Ушулар тууралуу баягы көрөрмандарга кызык болсо керек, айтып коюңуздар. Бул эрежелери негизги эрежелерин айтсаңыз. Негизги эрежелери бул күрөш бар. Бут менен тепкенде буттан кармап жыксаң болот. Күрөшкөндө мойундан кармап чыгасың, буттан кармап чыгасың. Кол келгенде, жакын келгенде колдон алып чыксаң болот. Ушундай ыкмалар менен өзгөчө болот да кикбокстан, тайквондодон, каратеден. Ал эми мына ушул Бекжан мырза айтсаңыз, мындан сырткары да бири-бириңиздерди да жакшы билесиздер. Бул жактан кандай машыгасыздар, кандай беттештерге чыгып келесиздер. Анан бири-бириңиздердин да бир спортчунун кандайдыр бир деңгээлде бир жагынан күчтүү жагы болот, балким тебүү да жакшы болот, кээ бирде күрөшүүсү жакшы болот деген сыяктуу да. Бири-бириңиздерди айтып көрсөңүздөр, мисалы кандай өзгөчөлүктөр бар Мирбек мырза? Мирбек экен эми бул өтө тарамыш десем болот, өтө өзүнүкүн бербеген, эч артка кайтпаган, өтө жакшы кылган байкебиз. Буга чогуу эле машыгабыз, дайыма бир залда эле. А бул жакта Мирбек байкебиз болсо, бул Мирбек байкебиз болсо, бул күч көп Мирбек байкеде. Күч көп, өтө жакшы иштейт, көптөн бери кылат. Эми башы менен жакшына иштейт да. Жакшы экен. Жаштарда эмес. Бирок биз айтсаңыз, мына ушул кайсы гана спорт болбосун, баары өзүнчө баягы коюлган спортчуга же командага тиешелүү бир өзүнчө тактикалар болот да. Балким коргонуусу керек учур болот, мисалы ошол эле чабуулга өтүү керек болот. Ал эми тай боксто эң негизгиси кайсынысы маанилүүрөк көбүнчө? Сөзсүз түрдө экөө тең маанилүү албетте, бирок кайсынысы көбүнчө маани бересиз? Мисалы үчүн соперник атака кылган кезде бизде близкий дистанциядан клинчке киребиз да, ошонусу бар. Клинчтен скрутка, анан колено, локтилер ошолорго колдонобуз. Анан пастечка ошоло, демек разворот эмелерди, локтилерди, ушундай көп эмелерди колдонобуз да. Эгер соперник артка кетсе, биз көбүнчө атака кылганга эме кылабыз. Анан клинчке, атака клинч ушундай постоянно бизде эме ушундай болуп турат. Жакшы экен. Анда бир аз угарманды кабыл алып коелу, көрөрманды чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, турабызбы? Кутума кечиңиз менен. Атыңыз ким? Каяктан байланышка чыгып атасыз? Атым Бекбиш. Саламатсызбы? Жакшы болот. Сурооңуз кимге? Шевченко. Жакшы болот. Келиңиз. Здравствуйте, гости. Я хотел бы задать вопрос. Вот Валентина Антонина Шевченко, среди мужчин есть достойные такие, который достойно выступать в UFC. И пожелаю вот наша девочка Валентина Антонина, такие наша гордость Кыргызстана. Желаю здоровья, счастья. Спасибо за ответ. Сурат түшүнүктүү болуш керек. Ну, спасибо большое, мы обязательно передадим, потому что и Антонина, и Валентина очень ценят поддержку из Кыргызстана, потому что когда вот болельщики болеют, они когда выступала, она в Чикаго с Холли Холм, и очень многие кыргызстанцы, которые там живут, они устраивали ей очень теплый прием, и когда ей вот кто-то пишет, звонит, она отвечать не успевает, но она как бы все читает, и она очень благодарна, потому что, говорит, это очень много ей дает. Ну, среди мужчин, да, вот насчет UFC, да, как бы мы работаем над этим. Ну, как сказать, допустим, у нас есть претенденты, но мы пока не хотим озвучивать, потому что как бы переговоры ведутся. Жакшы экен. Ал эми бүгүн кайра эле Валентинага келсек, ошол Валентина UFC'де мисалы азыр беттештерин өткөрүп атат. Анан ушул сыяктуу Валентина сыяктуу кичинекей жаш кыздар же жаш өспүрүмдөр чыгып келатканын көрдүңүздөрбү? Вот это очень сложный вопрос, вы знаете, вот пока Антонина и Валентина у нас были здесь, да, у нас как бы было очень много девочек. И мы устраивали даже вот в один год мы устраивали отдельный женский чемпионат Кыргызстана. На данное время, да, вот что касается тайского бокса, у нас как бы, ну, такого уровня девочек нету.
Хотя как бы вот женский тайский бокс, начиная с прошлого года, пошел на подъем. Потому что если у нас на чемпионате Кыргызстана мы устраивали порядка 2-3-4 пары девочек, то сейчас у нас уже как бы получается в каждой весовой у нас как бы до 4-5 спортсменок есть. Жакшы. Кадырман замандаштар, азыр биз болсо бир кыска ролик көңүлүңүздөрдү бурабыз, андан соң кайрадан маегибизди улантабыз. Ал эми сиз болсо 65-66-39 номерларына кызыктырган суроолорду түз эфирде берсеңиздер болот. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушундай кызыктуу кыска роликтен соң биз болсо түз эфирде Арена телеберүүсүнүн маекте улантабыз. Ал эми суроо Элина Аркадьевна сизге болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мына ушул мындай ушундай биздин кыргыздын сыймыктары бар. Жакшы ийгиликтерди дүйнө чемпионатында, башка-башка эл аралык турнирлерде алып келатабыз. Анан ошол эле биздин кошуналар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, алар да кандай өнүгүп келет бул спорттун түрү? Ну, вы знаете, у соседей у нашей в тайском боксе уровень достаточно высокий. Потому что, вот вы знаете, как бы в Казахстане, да, и в Узбекистане тайский бокс находится на государственной поддержке порядка 15 лет. То есть они присылают на чемпионаты Кыргызстана два состава. И все эти составы, они как бы тренируются круглый год. То есть они все находятся на государственном обеспечении, они финансируются, и все эти два состава, они как бы, ну, очень плотно опекаются государством. За счет этого у них, в общем-то, конечно, успехи достаточно высокие. И, ну, мы как бы успешно конкурируем, потому что очень долгое время мы шли, что называется, ноздря в ноздрю. Вот. Ну, вот в прошлом году немножечко как бы у нас не получилось, потому что, вы знаете, вот просто было как-то вот как фатальное невезение, что ли. У нас вот получается Бигджан вышел первым, да, он вышел с тайцем сразу. И у них был равный счет 29-29. Потом стали голосовать судьи, и здесь уже как бы, ну, поскольку тоже турнир был лицензионный, 2-3 отдали в пользу тайца. Вот. Мирбек Сарткалмаков у нас выступал отлично, вот понимаете, просто вот случайность, на первых секундах он как бы пропустил удар локтем, но как бы сам этот удар не, его не потряс, но единственное, что он был видимым, потому что огромная вот шишка на глазу. И он с этой шишкой отработал весь бой, выиграл, потому что мне, ко мне подходили два раза, говорили снимать. И я говорю, нет, не сниму. Он отработал, мы прикладывали ему лед. В общем, вот отработал отлично. И мы считали, что он выиграл. Ну, опять же, с минимальным преимуществом отдали сопернику. И также получилось у нас с третьим спортсменом Арсеном Зарылбековым. Угу. В общем-то, как бы это... Хотя вот каждый из них, да, и даже Международная федерация, она отметила нашу подготовку, ну, вот просто без медалей. Чистая случайность вот получилась. Поэтому этот чемпионат мира для нас принципиальный. Вот, и мы, в общем-то, собираемся там воевать до последнего. Ребята готовятся, у нас будут сборы, которые проводит Государственное агентство физической культуры и спорта. И мы надеемся, что нам удастся очень хорошо реабилитироваться. Кайсерде был чемпионат? Чемпионат пройдет в Минске. Вот, это будет Беларусь, это будет май месяц, с 3 по 13 мая. И вот еще раз хочу повторить, потому что этот турнир будет лицензионный, последний лицензионный турнир для участия во всемирных играх, которые пройдут в Таджикистане. В общем, нам кровь из носу, лицензия нужна, мы будем бороться. Ал эми Кыргызстандан канча спортчу барат, анан кимдер барышат? Эми тизмеси белгилүү болду? Ну, мы запланировали 7-ых. Вот, это значит, у нас, значит, будет, ну, естественно, вот все, кто находится здесь. Потом у нас есть спортсмены, которые как бы подают большие надежды. Это Арсен Зарылбеков, это Арген Керимбеков. И плюс еще у нас есть два человека, которые как бы находятся под вопросом. Раньше они не являлись членами нашей федерации, но в
этом году они подали заявку, и мы сейчас ее рассматриваем. Это Тимур Маматысаков и Дастан Шаршеев. И мы, я думаю, что заявка будет рассмотрена положительно, и мы включим. Они достаточно известны по миру. Ну, в данное время они подали заявку для того, чтобы стать членами нашей федерации и хотят выступать и в дальнейшем сотрудничать вместе с нами. Рахшкен. Мирбек Мырза, айтсаңыз, мына ушул тайбокс деген эле сөз түрдө баягы кээ бир тасмалардан көрүп калганда эле кичине балдар абдан бир кызыгуу жараткан бир спорттун бир түрү да. Анан бүгүнкү күндө бул спорттун келечеги кандай, анан жаштардын кызыгуусу кандай болууда мына сиздин көз карашыңыз менен алганда? Кандай өнүгүп келе жатат бүгүн Кыргызстанда? Биздин көз карашыбыз боюнча бул спорт негизи 2-3 жылдан бери жакшы өнүгүп келе жатат десем жаңылышпайм. Анткени мурун кикбокс аябай өнүктүү болгон, анткени азыр анысы кандай тайбокс дагы биздики өнүгүп, ошондой дагы биздики сборный Кыргызстандыкы дагы көбөйөт деп ойлойбуз. Рашкен азыр бир чалуу бар экен, кабыл алып коюп, андан соң улантабыз. Алло, саламатсызбы? Салам алейким. Алейкум ассалам. Келиңиз, атыңыз ким? Каяктан байланышка чыгып атасыз? Менин атым Азамат, Бишкектен чалаттым эле. Жакшы болот, сурооңуз кимге? Первый вопрос. У меня вопрос Елена Аркадьевна. Президенту, да. Хорошо. Федерации. Первый, имеется ли поддержка от государства? Второе, сколько клубов есть по городу или тренеров сколько есть, чтобы заниматься дети? Болды сұрағыңыз? Дағы сұрағыңыз бар ғой, Қарман? Рахмат, разылық білдіреміз. Сұрау түшіп толшы кек. Ну, есть поддержка от государства, есть. То есть получается, что государство нас поддерживает. В последнее время вот как бы была создана дирекция по неолимпийским видам спорта, и тайский бокс является один из видов, которым, значит, оказывается эта финансовая поддержка. Но еще до создания этой структуры нас все равно госагентство поддерживало. Вот, допустим, когда ребята завоевали медаль, дали на азиатских играх, на пляжных, они получали стипендию 2 года. В данное время вот мы как бы хотим, чтобы нам выдавали стипендию еще и по результатам чемпионатов мира, потому что азиатские игры пляжные в закрытых помещениях, они проходят раз в 2 года, а чемпионаты мира проходят каждый год. И, в общем-то, ну, как бы я думаю, что для развития тайского бокса, поскольку он вот в данное время является олимпийским, ну, необходимо еще больше поддерживать, потому что я считаю, что каждый человек, который поехал на чемпионат мира, да, прошел эту огромную конкуренцию, он заслуживает того, чтобы получать хотя бы 5000 сомов в месяц для того, чтобы просто купить витамины. Вы не представляете, насколько это огромная нагрузка. Вот, допустим, у нас вот Бигджан, он у нас не женат, а Мирбек Сарткалмаков, он является женатым человеком, у него 3 детей. Мирбек Качкенбаев женатый человек. То есть они не могут бросить все и тренироваться, какими бы они патриотами не были. То есть им надо поддерживать семью, кормить детей. Поэтому мне кажется, что вот как бы надо еще больше рассматривать этот вопрос и еще больше оказывать нам поддержки. Но что касается госагентства, то все, что положено, они делают. Допустим, в прошлом году и позапрошлом мы проводили сборы за счет госагентства. В течение 3 недель 20 спортсменов у нас были на Иссык-Куле, тренировались 2 раза в день, еще плюс кросс. В общем, было все замечательно. Насчет секции. Секций много у нас. Потому что, допустим, по традиции у нас вот в тайском боксе, да, вот как бы мы завели такую традицию, что у нас спортсмены начинают тренировать, являются стажерами с 14 лет. И вот каждый из них является тренером. Несмотря на то, что они ведущие спортсмены, у них еще есть спортклубы, которыми они руководят. И поэтому, вот, допустим, к любому можно обращаться, но это не единственные наши тренера, потому что у нас есть Олег Ким, Замир Талайбеков, у нас есть Евгений Трубчининов, у нас есть свой сайт, можно зайти просто и посмотреть. И в Бишкеке, и, допустим, в Чуйской области у нас работает Виктор Ким. Ой, Виктор Кутепов.
И, в общем, это, ну, как бы тренера, которые имеют методические, очень сильные возможности дать ребенку не только вот возможность защищаться, но еще они могут дать ребенку определенное нравственное воспитание, которое вот они сами получили. Рашкен. Я имею спортшуларга сурога берейн. Мына ушул машыгуу процесстери, эл аралык турнирлерге катышууда, мелдештерге барууда, мына ушул машыгуу процесстери кайда өтөт, жана кандай этаптарда өтөсүңөр? Келиңиз. Бул эми эл аралык дегенде ар кандай болот, бирок бүт күчтүүнүн баары ошол жакка барат. Анткени жана тоже эле Америкада чоң-чоң промоушендер бар, Glory дегендер бар. Ошакта бүт азыркы утуп жүргөн байестер ошол чемпионат медалдары болушат. Эми ал жакта процесс болгондо барганда күнүгө вес кармайсың, тамагын азайтасың, өзүң соперниң карайсың, уже жылдан жылга көрүп уже билип каласың, ким барат, ким барбайт. Эми ал жактан да кичине түшүнүксүздүктөр болуп калыстар караган, ар кандай болот. Ал эми сиздин алдыдагы кандай пландарыңыз бар? Кайсыл мелдешке, эл мелдешке барасыз мындан тышкары азыр? Эми бул пландарды жакынкысы буюрса эртең чемпионат Казакстанга барайлы деп атабыз. Буюрса күнү эртең кетебиз. Андан келип өзүбүздө чемпионат Кыргызстан болот. Андан кийин Минскке буюрса жакшы даярданып, ошол жерден уят кылбай дегендей биринчи местону алып, жана бүткүл дүйнөлүк оюндарга гана барганга аракет кылабыз. Ал жактан да илинип келип, жакшы ошо пландар буюрса. Жакшы экен. Мирбек мырза, айтсаңыз, мына ушул эл аралык деңгээлде көп эле беттештерди өткөрүп жүрөсүздөр, бардыңыздар эле сөздөрдү. Анан көп эле чоң-чоң беттештерге катыштыңыздар дегенде, анан сиздердин деги эле жалпылап алганда Кыргызстандын негизги атаандашы ким биздин деңгээлдеги? Алар кандай процессти өтүшөт, кандай даярданышат? Кимдер менен чыктыңыздар? Кайсыл командалар күчтүү негизинен? Бизде караганда негизи Тайцтер, Белоруссия, Украина, Россия күчтүү. И Казакстан, Өзбекстан тоже, Таджикистан тоже. Бизде эми тренировка деген кандай бир аз эмелек да. Кандай десем, мамлекет жагынан көп эме көңүл бурулбайт дегенде ачыгын айткандачы. Анан болсо биз өзүбүз күчүбүз менен кылабыз. Мен действительно өз күчүбүздү кылабыз. Ар кимчи витаминдерди өзүбүз алабыз. Кээ бирде байкелерибиз жардам берет, спонсор издейбиз. Кээ бирде мамлекет жагынан жардам берип калат. Анан кээ бирде витаминге жетпей веска кетебиз. Аябай эртең менен кечкисин диетага отурабыз. Кечкисин тамакты азайтабыз, вообще суу ичмей жок. Таттуу кола мола деген ичмей жок, вообще тамак диетический ичип калабыз. Постоянно анан күнү тияка барганда весь күндө болот. Эртең менен кечин текшерип турабыз. Уақыты сағаты мен. Ал эми командалар тууралуу айтсаңыз, негизги атаандаштарыңыз тууралуу айтсаңыз. Менин атаандаштарым айтканы ушу Тайландда, Вьетнам, Россияда ушу жактарда күчтүүлөр бар. Ал эми эң биринчи алгачкы эл аралык деңгээлде турнирге катышкан беттешиңиз кайсыл болду эле? Кайсыл чемпионат, анан ким менен чыктыңыз? Мен биринчи катышкан чемпионат мира бул Өзбекстан болгон, Таджикстанда. Таджикстан менен Өзбекстанда эмеде болгон 2011 Ташкентте. Ошондо Валя Тониялар келип Америкадан, ошондо биз сбор кылып көлдө, ошондо баргам 2011. Ошондо эң алгачкы эмем болгон, чоң турнир катышкам. Анан ойлочум ушундай международный турнирлерге аябай көп чыксам деп мечтайт этчим. Ушу ойлогон максатым азыр акырдан жетип келдим. Жакшы экен. Ал эми сиздин негизги атаандаштарыңыз ким, анан кимдер менен беттешке чыктыңыз эң күчтүү деп аталгандарынан? Анан кайсыл сиздин баягы ушуга чейинки спорттук карьераңызды алып көргөндө эң ири жана эң чоң кыйын беттеш кайсыл болду? Эң кыйын беттеш айтканда ким менен? Бул 2016 жылы Дананкта өткөн Вьетнамда, бул Азия кум оюндарында. Бул Таиланд менен чыгып калган кезим. Анткени биз ушунчалык даярданганбыз, күнүнө 8 сааттан тренировка кылганбыз көлдө, сбордо. Анан ошондо Таиланд менен ушканда ушунчалык неме болдум. Биринчи раундда эми коркуп сезими болду. Анан уже экинчи раундда Кыргызстан кичине неме болгондон кийин эми ошол болду эң элем да, кыйыныраак урушканым. А мындай негизи профессионалдыкты алганда бул эчтеке кыла албай турган келин, бул Россияда болгон. Россияда Челябинскиде бул Хаял Жанишев менен
Бул демек бул хаял жана иш бул бүткүл баягы Таиландтын мен деген мушкерлерин уруп түштү. Ошол менен болду эң эле кыйындары. Жакшы экен. Ийгилик калайбыз анда алдыга да. Ана Мирбек мырза айтсаңыз, сиз эл аралык деңгээлдеги эң алгачкы турнириңиз кайсыл болду? Эң эл аралык бул биздики Тайкмундан башталды 2008, андан кийин ошо 2011 чемпионат мир болду ошо Ташкентте. Ошондо сбор өттүк, көлдөн Валентина, Антонина келди, ошо чогуу тамгада сбор чогуу өткөнбүз, чогуу барып, ошондо эң чоң ошол турнир болду Ташкентте. Ошондо бир Казакстандык бир мушкер менен беттешкенбиз эң биринчи. Ошол аябай мен үчүн кыйын беттешүү болгон. Азыр деле эстен кеткис. Азыр деле ошол аябай эстен кеткис. Жакшы экен. Ал эми сиздин оюңузча бүгүнкү күндө баягы тарыхындагы, баягы бул спортунда түбү бар, тамырындагы бул тайландтыктарга барып такалат да. Тайландтыктардын спорту дегендей. Анан алардан сырткары кайсыл өлкөнүн спортчулары мына ушул спорт менен абдан жакшы машыгып, анан эң мыкты жыйынтыктарын берип келишет? Эң күчтүү командалар кайсыл? Күчтүү биринчи очередь Таиланд, Таиландтан Иран, Белоруссия, Россия ушулар күчтүү. Ушулар күчтүү. Ал эми бул спорт океан ар жагында кандай өнүккөн? Маселен, Америкада, ошол эле Аргентинада, Бразилияда деген сыяктуу. Анткени да ал жакта дагы башка спорттун түрлөрү да бар да, ошол эле джиу-джитсу, ошол эле башка түрлөр. Бул спорт кандай өнүккөн маселен? Бул спорт деле аякта аябай жакшы өнүккөн. Анткени аякта спортсмендерге аябай жакшы каражат карашат. Колдоо да жакшы. Колдоо жакшы. Көмөк көргөзүү аябай жакшы. Бизден эки жакты соревнованияга барганда госагентстводон жардам берип атат. Анан бул дополнительный дагы соревнования сбордо жүргөндө витамин ичиш керек экен. Биз тилекке каршы кээде ичпей калабыз, өз күчүбүз менен барып кара күчкө салып ушундай качышып келген күндөр болот. Бияктан Лена Аркадьевна сбордон бизди мына барыс деген чогуу машыгып даярдан, Лена Аркадьевна ушу күчүн, болгон күчүн жумшайт, мындай даярдангыла, тигиндей кылгыла. Бизди чындап айтканда баягы биздин апабыз деле болуп калат, баягы бизди аябай карайт да. Баягы эмнеге десек, Кыргызстандын намысы колдоп, намысы үчүн. Маселен, азыр сиз дагы жогоруда айтып калдыңыз, баягы витамин ичүү депчи, ушуларды дайыма алып туруш керек убагы менен депчи. Анан маселен, витамин ичүү анан ичпей калган учуруп, анан эл аралык мелдештерге барганын айырмасы канчалык? Айырмасы аябай эле чоң. Мисалы, витамин ичип неме кылсаң, өзүң жеңил болосуң, өзүң жеңил сезип, өзүң эркин алып жүрөсүң да, эркин беттешесиң, беттешиң менен, мушкери менен. Жакшы экен. Елена Аркадьевна, айтсаңыз, Кыргызстанда бүгүнкү күндө региондорду алып көрсөк, кайсыл жерлерде жакшы өнүгүп келе жатат? Анан кандай өнүгүү иштери жүргүзүлүүдө? Ой, вы знаете, мы стараемся развивать все регионы. Вот в данное время у нас как бы существуют две областные федерации, которые уже зарегистрированы, юридически оформлены. Это вот Иссык-Кульская и Джалалабадская. И как бы федерации существуют, но мы вот сейчас работаем над тем, чтобы они зарегистрировались и работали уже не только фактически, но и юридически. Почему? Потому что, допустим, вот сейчас, когда тайский бокс стал олимпийским видом спорта, то пошло финансирование, и финансирование идет и в регионы тоже. И получается, как бы финансирование идет, а получать некому, потому что зарегистрированных федераций только две. И мы сейчас вот поставили такую задачу перед регионами, чтобы они все оформились и аккредитовались в своих агентствах областных и городских, потому что, ну, как бы надо поднимать тайский бокс на новый уровень. Жакшы экен. Ал эми баягы федерация өзү кандай мелдештерди өткөрөт Кыргызстандын ичинде? Маселен, айтып берсеңиз этапты.
Ну, в основном, как бы, мы стараемся проводить как можно больше соревнований. Чемпионат Кыргызстана мы стабильно проводим каждый год. Угу. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли провести отбор для чемпионата мира и присвоить тем, кто это заслуживает, кандидатов в мастера, мастеров спорта международного класса мы присваиваем по результатам международных соревнований. И, в общем-то, у нас есть еще чемпионат города и множество международных турниров. Вот. Ну, где-то в год мы порядка 3-4 проводим. Алине, Кыргызстан, эл аралык турнир өткөрсө? Ну, да, в этом году мы планируем поехать в Ош и провести, как бы, в Оше турнир. Для чего? Для того, чтобы, допустим, Ошская федерация, да, она является близким соседом с Узбекистаном, а в Узбекистане федерация очень сильная. И, как бы, в Оше есть очень много сильных спортсменов, которые до нас не доезжают. И, в общем, мы хотим посмотреть на месте, и, допустим, если там есть... сильные, то, в общем-то, как-то смотивировать их и приехать в сборную для того, чтобы составить хорошую конкуренцию тем, кто выступает здесь. Хорошо. Алине, федерация жақында қандай турнир өткөрөт? Федерация тарапы. Вот в данное время, то есть завтра, мы собираемся ехать в Казахстан, потому что у нас будет чемпионат Казахстана. И, как бы, наши спортсмены, естественно, те, кто отбираются на мир, они обязаны туда поехать, все остальные по желанию. Вот. И 30 марта у нас пройдет чемпионат Кыргызстана. Он состоится в селе Ленинское. И, в общем-то, мы пригласили россиян, казахов, узбеков. Ну, соседей-то это 100%. Надеемся, что они приедут, и, в общем, турнир будет проходить 3 дня, потому что в тайском боксе такие правила, что один день – один бой, поскольку, как бы, техника очень такая контактная. Дашкен, Мирбек Мурза, айтсаңыз, мына ушул кайсыгана спортчу болбосун, баары бир деле баягы кичинекей кезинде спортко кызыгып, кадам таштап баштаган, профессионалдык деңгээлде кызыгып баштагандан баштап, бир алдыда бир өзү көздөгөн же болбосо баягы кумир туткан баягы спортчусу болот эмеспи? Башка чөйрөдө болсо деле. Ал эми сиздики ким эле, анан эмне үчүн? Мен таңдаган спорт бул тайц, вакаф. Бул болсо аябай эме Кейва бойынша да айбай катты мушташат. Анан тай бойынша да мушташат. Азыркыга чейин мушташып жүрөт. Ошону көмүр тутам. Ошонун эмелер бойлорун көрүп, опыттарды ошондон алып, көбүнчө ошону тартып калам. Мисалы, эмне өзгөчөлүгү? Эмне үчүн сизге ушул жагып тартып калды? Мен мага үчүн бут менен иштегени, клинчтен иштегени, колдор иштегени аябай жагат. Анан болсо характер аябай жакшы. Аябай артка кетпейт, только астыга период иштейт жакшы. Ошонусу мен кызыгам. Анан кандай десем мындай өзүн аябай мындай эмес дивизия сезбейт. Мындай кандай десем орто өзүн жакшы алып жүрөт да, жүрүм турумдары. Ошо менен ошону тандагам. Ошо катары азыр ошондой деңгээлге жетсем деп, чемпион мира болсом деп оюм бар да. Негизги максат кыялдар. Мен негизги максатым ушундай. Жакшы экен. Ал эми Бекжан мырза, айтсаңыз баягы бизде дагы социалдык тармактардан келген суроолор да бар экен. Мына ушул тай бокста Маваши Гери, Фронт Кинг, анан Супермен Панч деген ушундай соккулар бар дейт. Ушулар тууралуу кененирээк айтып бериңизчи деп бизден сурап. Бул эми Маваши дегенге бул бут менен тепме, башка. Анан Супермен деген бул удары, бул секирип кол менен урмай. Анан да эмне издедиңиз? Да, Фронт Кинг дейт. Фронт Кинг деген бул түз токтотуу, өзүңдүн соперниңди токтотуп тепме. Келатканда түз тебип токтотосун. Буларды спортчу көп эле колдонобу негизи? Бул эми бул айтканда бул базовый неме да, базовый техника. Маселен Силва, Андерсен Силва ошолорду колдоншобу? Бул баары эле колдоншот. Бул кайсы бул кикбоксто болбо, каратеде болбо, тайбокста, бүт эле спортто колдонулат. Анткени бул тоо жана ушсанда да, башка спорттордо бүт эле колдонулат. Жакшы. Ал эми кайсы гана спортчу болбосун баягы өзүнө тиешелүү эң жакшы көргөн баягы падыша өзүнүн ыкмасы болот эмеспи? Анан сизде кандай бул жагы? Кандай ыкманы жакшы көрөсүз? Бул негизинен бул мен өзү жакын бойду жакшы көрөм. Клинчке. Анан бул айланып чыканак менен урмай. Ошол анан чыканак менен секир урмай.
тизени готорып, экону бирдей урмайды, ошону жакшы көрөм. Көбүнчө эми кыялданам да, ошо бойдо кылсам экен деген максаттар болот да. Жакшы экен. Ал эми Мирбек мырза, сизден дагы ушу билгим келип атат, сиздин кумириңиз тууралуу, мына ушул кайсыл спортчуну мындай өзүңүзгө баягы жактырып, анан андагы эң жакшы бир ыкмаларды кайсын эмнелерин алсам деп ойлойсуз? Маселен, ким бар ушундай сизде? Бизде бул Валентина Шевченко. Биз кичинекей кезден бери көрүп, ушу кыялданып, ушул спортсмендей болсок деп кыялданып жүрчүбүз. Бул согушкандары, бул затеп алгандары, күрөшкөн ыкмалары аябай жакшы. Ушул ыкмаларын жакшы колдонсом деп аракет кылам. Жакшы экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы мына ушинтип бат эле бүтүп калды, бир саат убактыбыз. Анан сиздерге акыркы сөз берели, анда сиз баштап бериңиз, келиңиз. Ой, ну мне бы хотелось поздравить всех кыргызстанцев с прошедшим праздником, потому что это очень большой праздник, мы тоже его отмечали. Вот. Мне хотелось бы пожелать всем счастья, здоровья, мира обязательно, чтобы у нас в Кыргызстане всегда был мир, чтобы наш народ процветал, чтобы наша молодежь занималась спортом, приходила к нам в тайский бокс и помогала выигрывать нам медали на чемпионатах мира. Жакшы экен, рахмат. Келиңиз, Мирбек мырза, сизге сөз берели. Биринчиден, кыргыз элиме майрамыңыздарды мендей өтүп кеткен. Экинчиден, ушу спортсмендерге ийгилик каалайт элем. Ушу чемпионат мирадан алтын медаль утуп келгенге аябай тилектешмин. Ушу ойлогон ой максатыбызга жетсем экен деп ойлойм. Сиздерге да чакырганыңызга рахмат. Ыраазычылык, келиңиз. Демек, биринчиден бул өзүмдү менин тренериме рахмат. Бул мени дайыма, бул экинчи апам деле болуп калган, үйдөгүлөрүм да ошо берет. Сен да бизди айтканыңдай апаңа айтсаң ыңыласың депчи. Бул дайыма ошондой. Эми акыркы сөздөрүм өтүп кеткен Нооруз майрамыңыздар менен. Биз эле чогулуп отурдук, майрамдадык. Эми бул кааларым алдыңкы максаттарга жетүү. Андан кийин биринчиден атын эме ыраазычылык билдирем. Ушунчалык деңгээлде колдоп келгенине. Жана өзүм мамлекетке колдоп турганына рахмат чоң. Жакшы экен. Рахмат сизге дагы. Келиңиз, Мирбек мырза, сизге берели. Ушу Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан элиме көчүп өтүп кеткен майрам менен куттайм. Ушу Кыргызстан элибизге тынччылык, токчулуктун тынччылыктын жылы болсун. Ушу эфирден пайдаланып кыргыз элиме, бир туугандарыма, эне атама салам айтмакчымын. Рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Дагы мына ушундай убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип бергениңиздер үчүн сиздерге дагы бир жолу рахмат айтабыз. Алдыдагы чемпионатта сиздерге чоң албан ийгиликтерди каалайлы. Буюрса жеңиш менен кайтып келгиле. Жана сөзсүз түрдө баягы Кыргызстандын атын алыска таратып, асабасын бийик жогорулаткан эң мыкты биздин кыргыздын сыймыктары болушуңарга биз дагы тилектешпиз. Дүйнөлүк чемпионаттарда буюрса жакшы ийгиликтерди багында бергиле. Рахмат сиздерге дагы бир жолу. Спасибо вам большое. Кадырман замандаштар, КТРК спорт телеканалында Арена телеберүүсү ушуну менен өз эфирин жыйынтыктайт. Ар дайым спорттук саамалыктарда жана майрамдарда амандашканча бар болуңуздар.